Всем привет! Продолжаю показывать вам, немножко рассказывать о исторических и литературных героях. Сегодня расскажу о Сцеволе. Это из истории Древнего Рима. Муций Сцевола – легендарный герой республиканского Рима, который прославился доблестью и самопожертвованием. Римский юноша Гай Муций замыслил убить царя этруссков Парсена. А Парсена вел войну против Рима. Это конец 6 века до нашей эры. Проникнул в лагерь врагов и, к сожалению, по ошибке заколол не царя, а царского писца. Гая Муция схватили, привели к Парсене, этому королю. Царь угрожал ему пыткой огнем, если он не выдаст сообщников. Говорит, давай, говорит, выдавай сообщников. А Гай говорит, не выдам. В ответ на это юноша, когда ему угрожали огнем, юноша, исполненный презрения к угрозам врага, сам положил руку на зажженный жертвенник. Пораженный стойкостью молодого римлянина, Парсена приказал освободить. Ну вот так, с тех пор потерявший правую руку Гай Муций получил прозвище Сцевола, что переводится как левша. Ну вот такая вот история о Сцеволе, о Гае Муции. Все, всем пока, всем привет, пока-пока. Нашел немножко из картинок, покажу вам по этой теме. До свидания.